Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров встретился с делегацией Суда Евразийского экономического союза во главе с исполняющим обязанности председателя Суда ЕАЭС Алексеем Дроновым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках интеграционного объединения, в частности, отметив важность беспристрастного и объективного рассмотрения обращений и предоставления разъяснений по праву и юрисдикции союза. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества с государствами-членами союза, в том числе по созданию условий для развития единого экономического пространства, свободного передвижения товаров без барьеров и ограничений. В завершение стороны также обменялись мнениями по усилению полномочий судов и подготовке специалистов в области международного экономического права. Уважаемый Алексей Александрович, уважаемые судьи, добро пожаловать в Кыргызстан. Мы рады вашему приезду. Поздравляю вас с назначением на должности судей Суда Евразийского экономического союза и хочу пожелать вам успехов в реализации всех поставленных задач перед нашим объединением. Уверен, что такие поездки в государства члены союза являются хорошей практикой для знакомства и установления деловых связей, которые дадут новый толчок к развитию и позволят вам оперативно реагировать на самые актуальные вопросы.